эпизоде Кенши. Черт! Я так хорошо здесь устроился! О, боже мой! Это слишком много крови! Кто-нибудь помогите ползуну, я вас прошу! Я умираю! Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы снова будем играть... Кенши! Я дико извиняюсь. Почти что на год я забросил эту серию, но теперь я готов ее продолжить, поэтому давайте сразу приступать. Чего ждать? Такие удивительные приключения ждут нас прямо сейчас. Понеслось! Мы продолжаем ровно с того же места, на котором остановились в прошлом эпизоде. Мак сидит в тюрьме, свернут в комочек какой-то. Маленький, черный, милый комочек. И снова он в тюрьме. И снова охранники. Но в этот раз они как-то более сияющие доспехи. Кажется, это какая-то элитная тюрьма. И отсюда будет, ну, очень трудно сбежать, мне кажется. Тем более, что Мак теперь один, и некому ему помочь. Ведь его друг, или лучше сказать, бывший друг, очень далеко. И, кстати, где он? Он продолжает тренироваться нон-стопом. Откуда эти мухи? Ползун настолько пропотел, что аж завонялся. Я должен стать... Сильнее! Сильнее! У ползуна голос ломается наоборот вниз. Как бы он ни старался, у него навыки владения оружием вообще никак не прибавляются. Разве что атака идет вверх. И у ползуна гораздо круче параметры атаки, чем у мага. Вот только защита у него проседает сильно. Вот такие вот дела. Надо что-то придумать. Ох, мне бы сейчас очень пригодилась помощь. И есть только один человек во всем мире, кто может мне помочь. Это, конечно же, я. Я и мои тайные знания. Давай, маг, напрягись. Ага, теперь я знаю причину, по которой я гнию в этой клетке. Одна из причин — я не собрал полный комплект брони Святой Нации. А вторая причина — это ползун. Он заключил союз с очепенцами и меня на это подписал. Как он это сделал? У него что, мой паспорт? Не дай бог, я увижу ползуна. Ему хана. Смотрите, из-за того, что Макс стоит на кусках железа, он теперь такого же роста, как и все остальные персонажи. Учту это, когда буду одевать на себя броню Святой Нации в следующий раз. Так, что же мы можем сделать? Смотрите, бочка. Мы что, можем использовать предметы прямо отсюда? Прямо вот так взять и оружие себе в руку поставить? Вареные овощи! О боже мой! Как я могу устоять? Все, это дало мне силы! Ага, и на мне кожаные штаны скитальца. А это грубая ткань Святой Нации. Мне нужно это одеть. Сейчас попробую полностью замаскироваться. Меня поймали на краже. Окей. И что они сделали? Забрали мои штаны! А, он положил их обратно. Ну-ка, одеваем. Поймали на краже. Ничего, ничего, ничего. Я сейчас совершу кражу успешно. Поймали. А это что за книга? Третья из серии справочников Святой Нации. Смотрите, теперь я не могу забрать свои собственные штаны. Они это украли у меня. Точнее, я временно положил это в чужую бочку. И теперь они не отдают это мне. Да кто меня ловит-то на краже? Все спят. Тут вообще никого нету. Смотрите, мы издалека прям чувствуем, как... тренируется ползун. Я это так не оставлю. Я должен... Есть! Давайте, аккуратненько. Поймали на краже. Ничего, ничего, ничего. Мы тренируемся. Каждая попытка — это тренировка. Забирай. Есть! Книгу! Эй, ты не один из нас. А, не трогай меня! Не трогай меня и мои штаны! Мои штаны на месте? Есть. Очередной пытается проникнуть в наши ряды. Схватить их, уничтожить их. Ты что, бредишь? Штаны мои забрал. Это даже не их штаны. Забираем книгу, все украли. Теперь, как понять, насколько я хорошо замаскирован? Откуда у тебя эта униформа? Не трогай мою униформу. Все, я чипенец. Не трогай, я сказал. Он книгу забрал. Ладно, книга, насрать на книгу. Мне не нужно чтение. Я и так обладаю самыми тайными знаниями. Смотрите, 230 секунд осталось, прежде чем мы снова сможем попытать счастье и замаскироваться. Стоять, кто ты? Ты не один из нас. Я, естественно, я не один из вас. Я в тюрьме сижу. В этой игре все охранники максимально сообразительны. Особенно вот этот. Коварные хитрости одного охранника. Все думают, что это не настоящие усы. Но на самом деле усы настоящие. А я нет. Что если мы все, что можем, сложим в инвентарь? А остальное можно попробовать сложить рядом. Скинуть, скинуть, скинуть. Смотрите, как маг хорошо приспособил все, как будто бы это часть клетки. Надеюсь, никто не заметит. Ну уж этот охранник точно ничего не заметил. А эти охранники почему-то спят целый день. О, наконец-таки один проснулся, пошел на смену. Отлично, они не замечают меня теперь. Это значит, что теперь мы можем протестировать маскировку. Ну не прямо сейчас, а ночью.
Наступила ночь. Пора, маг. Что мы делаем в первую очередь? Надо на себя все одеть. Доспех, штанишки, ботинки, рубаха. А теперь выходим. Надо решить, что мы будем делать, когда мы освободимся. Сейчас вы под маскировкой «Святая нация». А насколько она маскировочная? У нас, в принципе, все от «Святой нации». Абсолютно. Давайте подберем железо, насколько это возможно. Подобрали все абсолютно. Теперь у нас есть проблема. Нас могут заметить стражники. Давайте включаем скрытность. И ползем, ползем, ползем. Аккуратненько наверх. Что у нас здесь? О, чувак спит. Но мы под маскировкой, правильно? Поэтому все окей, наверное. Здесь ничего нету. На этой крыше вообще ничего нету. Вообще, изначальный план — это слиться с ними, стать их частью и разрушить изнутри все. Что, спите, святоши? Недолго вам осталось спокойно спать. Вы видите мой взгляд? Маг затаил на вас гребаную обиду. Тихо, тихо, тихо. Тихо, смотрим. Это же еще круче, чем вот это. Стандартный класс, а у меня низкий класс. Давайте попробуем. Пожалуйста, поймали на краже. Нет! Обороняться! Сражаться! Отхватывать! Тюрьму! Быстрей! Ну, они и так принесли меня сюда. Как же так? Как же, блин, так? Зато меня хотя бы лечат, ладно. Не удалась кража. Ну, ничего, в следующий раз повезет. Где мой шлем? Они вернули оружие и шлем обратно в бочку. Посмотрите, как любят мага в святой нации. Да это не только мага, но это и к ползуну тоже относится. Как же при такой репутации стать одним из них? Это хороший вопрос, но меня интересует кое-что другое. Как такие огромные сапоги подошли к моим маленьким ножкам? Оп, меняем койки. Странные у них обряды. Смотрите, я уже в сознании, я могу действовать. Так, я снова вышел. Подходим скрытно. Отлично, можно прямо отсюда попытаться все это стырить. Быстрей. Есть! Зайти в тюрьму! Снять доспех! Снять доспех! Я успел снять! Отлично! Нагрудник остался здесь. И, к сожалению, солнце взошло. Последний шанс. Надо забрать сапоги высокого класса. Есть! Оп! Снять их в тюрьму! Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Лучшие доспехи лежат прямо передо мной. Меня все время откуда-то видят. Вот откуда. Я вижу тебя. Я специально обученный видящий охранник. Но смотреть в твою сторону меня еще не научили. Но это в перспективе. Я перспективный парень. Как только я посмотрю в твою сторону, я увижу все, что ты замышляешь. Молись, чтобы я не посмотрел на тебя. По правде, я стесняюсь зрительного контакта. Пойду отсюда. Опа, что-то намечается. Кто это? Это какие-то торговцы идут к нам. У них всех оружие. Интересно, что сейчас будет? Они просто проходят мимо. Стоп, эти ребята тоже из святой нации? Я не понимаю. Они все зашли в какую-то, наверное, это таверна. Эх, вот бы узнать, что там. Я не видел ничего, кроме этой гребаной комнаты уже много-много минут. Тем временем ползу. Он, не покладая рук, долбит манекен. Его банки стали еще больше. Его параметры, посмотрите на его параметры. Они еле-еле увеличиваются. Только 13, столько же времени прошло. Я стану самым сильным и вернусь на карьер. И спасу свою женщину из лап святой нации. Я клянусь. Что ж, давай попробуем посражаться с манекеном без оружия. А теперь он как будто бы просто бьет его невидимым мечом. А что прокачивается в этот момент? Также атака. Так, закончились тренировки на сегодня. Мне нужно обязательно найти кого-нибудь себе в армию. Я слышал, это можно делать в этой игре. Вяленая рыба! Я должен это скушать! Если можно, конечно. Ой! Нельзя было! Нельзя было! Простите! Простите, 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 простите! Поэтому она красная была помечена. О, стой, блокируй, блокируй и уворачивайся. Блокируй и уворачивайся, правильно? Вот так. Черт! Я так хорошо здесь устроился. Так, ниндзя-щепенцы, но они все еще меня уважают. Окей, на 36%. О, боже мой, это слишком много крови. Кто-нибудь помогите ползуну, я вас прошу. Никто ему не поможет. Он же не в такой тюрьме находится. Святая нация бы помогла ему сразу же. Вот святые люди, ничего не скажешь. А щепенцы какие-то охреневшие. 180 секунд. Эй, помоги мне, ты посмотри, как много крови. Столько крови даже не было, когда мы мочили каких-то дикарей здесь, возле ворот. Посмотрите на эту лужу. Я никогда столько крови не видел в этой игре. Ползуна даже нет, он просто одно сплошное пятно кровавое. Я очень надеюсь, что мы можем себе помочь как-то. Я надеюсь, что мы успеем. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Я умираю. Если вам не окажут медицинскую помощь, вы погибнете. Что? Такое ощущение, как будто бы голова. Критическая рана. И этой завяленную рыбу мне столько крови пустили. Кто-нибудь, кто-нибудь, помогите. Помогите. Вот у нас столько аптечки, он ничего не может сделать с этим. Пожалуйста. Красные вещи нельзя трогать. Все, теперь я это усвоил. Но какой ценой я это усвоил? Ползун, если ты меня слышишь, где ты вообще? Тебя даже не видно. Я могу даже заглянуть.
как-то под землю, чтобы посмотреть на тебя. Возможно, в последний раз. Это прям как Игра престолов, друзья. Здесь в любой момент может погибнуть персонаж. Дорогой для нас персонаж. Помогите ему, он же ваш, он свой в доску. Оп, как так? Кто мне одел? Кто мне это одел? Я не хотел это одевать. Оно само оделось. Быстрее выкинуть все это. Не хочу палиться. Даже дождь не может смыть такое большое количество крови. А, как странно, кольнуло в груди. Что бы это могло значить? Ой, что догадался про мои настоящие усы? Не может быть. Сбежать! Бежим! Скорей, 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 скорей! Очень быстро бежим! Как бог, какой быстрый у нас маг оказывается! Давай, голый малыш, беги! Несись на полную! В сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону! Тут бандиты! Пусть они дерутся со святой нацией! Отлично, они дерутся с ними! Но за мной все еще погоня! Давай, маг, ты сможешь, ты сможешь! Сдавайся, злу здесь невеста! Они настигают нас! Как близко они, как близко они, как близко они! Они устали уже! Вот, хорошо, хорошо, два дикаря отвлекли одного хотя бы! О, вот бы кто-нибудь еще отвлек! Вижу! Значит, лучше в сторону податься! Есть! Они все отвлеклись на него! Давай, бравый, бравый святой человек, сражайся! Марк вырвался! Я бегу! 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 Ползу в пяте! Держись, друг! Черт, еще на хвост мне упали какие-то бадюганы. Жри грязь, падла из святой нации? О, по мне стрелой попали! А-а-а! Нет, беги скорее, маг! И не только твоя жизнь от этого зависит. Они думают, что я из святой нации. Технически я оттуда, но я оттуда сбежал. Ползун бедный. Ты еще кое-как держишься, да? Остался один лишь преследователь. Самый настырный. Но он уже почти устал. Посмотрите, еле бежит. А маг бодр максимально. А ползун умирает максимально. Еще немного осталось. Терпи боль, маг, превознемогай! Боже мой, он сейчас сдохнет! Все, это конец. Маг! Маг здесь! Так, первая помощь, скорее! Держись, дружище! Я спасу тебя! Голова! Голова восстанавливается! Ну-ну-ну-ну-ну! Давай, маг, у тебя достаточно аптечек! Через адскую боль в руке! Ничего, эта рана ничто по сравнению с этой лужей крови, которая вылилась из моего друга! О, приходим в себя! Живот тоже теперь вылечен! Что следующее вылечить? Такой большой выбор! Критическое состояние! Грудь восстанавливается! Левая нога, правая нога! Есть! Теперь познакома до поправки! А, боже мой, он сделал это! Надо, чтобы грудь, голова и, в принципе, вот эти две части тела должны выше нуля встать. Тогда будет все хорошо. О, кто это приближал? Это, видимо, чувак, который меня преследовал. Забежал сюда. О, теперь осталось подождать, пока мой друг придет в себя. Опа, кровь исчезла. Ой, Макс сбежал и проделал такой огромный путь. Сбежал абсолютно голым, лишь бы спасти ползуна. Это просто офигенно. О, боже мой, погодите. Рука. Надо помочь-то самому себе еще не забыть. А все из-за неудачно съеденной рыбы. Вот правильно говорят. Рыбу нужно проверять, прежде чем есть. Потому что от нее потом может быть очень плохо. Маг полностью здоров. Правда, у него правая рука покалечена, но она в процессе заживления. Надо бы мне чем-то заняться, пока я ждаю, пока ползун выйдет из комы. Погодите, но я же вроде как в доску свой. Ползун подписал меня тоже на союз с чепенцами. Оп, давайте-ка посмотрим на чувака, который меня преследовал. Тесак для мяса. Прекрасно, забираю. Никто ведь меня не осудит за то, что я его ограбил. Это же сраный людоед. А теперь заходим внутрь. Главное, чтобы нас не осудили за тренировку. Ой, не трогай, говорят. Не трогаю. Хорошо, извините. Может быть, и мне нужно поговорить с Молом? Опять ты? Тебе, наверное, что-то нужно, да? Спрашивай. Могу ли я присоединиться к ниндзя-чепенцам? Что за вопрос? Конечно же нет. Если я присоединюсь к ним, то я никогда не смогу разрушить святую нацию изнутри. А это главная цель моей жизни сейчас. Помимо собственной каменоломни, конечно же. Прости, друг. К сожалению, я не смогу дождаться, когда ты выйдешь из комы, чтобы поздороваться. Чтобы обнять тебя напоследок. И сказать прощай. Я уважаю твое желание идти своей дорогой. А я пойду своей. Удачи тебе. Береги себя. Я отправлюсь туда, где мне самое место. А? Что произошло? Неужели вяленая рыба оказалась испорченной? Ап!
И почему я в дерьме? Я точно знаю, что был в отключке, но такое ощущение, как будто бы я слышал очень знакомый голос. Ползуну осталось 9 часов заключения. В следующий раз надо быть аккуратней, я чудом не сдох. Знал бы он, что это за чудо было. Но не страшно, если я оступился. Главное, я жив, а значит снова могу полностью посвятить себя главной цели моей жизни. Я соберу армию и уничтожу святую нацию извне. Я уничтожу святую нацию изнутри.